Честь сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх будут отстаивать 8 ямальцев. Наши спортсмены продолжают готовиться к главному старту четырехлетия и, стоит отметить, весьма успешно. Какие награды завоевали новоуренгойские пляжные волейболисты, представительницы современного пятиборья и плавания? Расскажем в нашей рубрике. Пляжные волейболисты новоуренгойского факела Вячеслав Красильников и Олег Стояновский взяли бронзу этапа мирового тура в Швейцарии. В полуфинале наши спортсмены играли против Катара. К сожалению, Красильников и Стояновский не смогли справиться с парой из топ-3 мирового рейтинга. Итог 0-2 по партиям. В борьбе за третье место игроки факела сошлись с еще одной российской парой – Лямин-Ныскив. Победив в двух партиях со счетом 21-16 и 21-12, Красильников и Стояновский стали бронзовыми призерами турнира. Вячеслав Красильников поедет на Олимпиаду во второй раз. На прошлых играх наш спортсмен в паре с Константином Семеновым остался в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. Гульназ Губайдулина из Нового Уренгоя в составе сборной России стала серебряной медалисткой в командном первенстве чемпионата Европы по современному пятиборью. В личном турнире Гульназ показала лучший результат среди россиянок, финишировав 4-й. У нашей спортсменки предстоящие Олимпийские игры будут вторыми в карьере. В 2016 году в Рио Гульназ установила олимпийский рекорд в пятиборье по плаванию, однако в итоговом зачете заняла лишь 15-е место. Представительница Центра спортивной подготовки из Нового Уренгоя Анастасия Фесикова в финале Кубка России по плаванию на дистанции 50 метров на спине завоевала серебряную медаль. Ее результат 28,19 секунды. Предстоящие Олимпийские игры будут четвертыми для Анастасии. Наша спортсменка – обладательница серебряной медали Олимпиады 2012 в Лондоне в дисциплине 200 метров на спине. Кирилл Пермяков, телерадиокомпания «Сигма» для «Нур-24».